За семью Меркуловых пришел попереживать брат папы, но сейчас на доске Полина. Насколько Полина. Она подготовлена? Великолепно. Великолепно подготовлена, да. Плавать умеет? Умеет, ну, пока мы уступаем, сейчас догонит. Но буквально летит над водой. Будет забираться, как мне со скалолазанием? А вот это не знаю, с фигурным катанием великолепно, со скалолазанием посмотрим. Знаем, что она занимается синхронным фигурным катанием, будем следить за ее успехами. А на соседней дорожке играют Платоновы, и рядом со мной подруга этой замечательной семьи. Да, вот у нас сейчас Мария как раз таки лидирует уже, а сейчас скатывается с горки, мы за нее болеем, вся семья ее поддерживает. Ну, конкурент кто нагоняет? Ну нет, пока еще они впереди, пока еще нет. Все будет хорошо. Ой, какие у вас нервы, мне бы такие. Что знаете вообще про эту семью? Насколько она спортивная? Я знаю, что мы в центре спорта познакомились. Да, совершенно верно. Они у нас всегда выступают на всех мероприятиях, какие бы мы ни проводили мероприятия. Они всегда приходят, участвуют. Большие молодцы, очень дружная, активная семья. Вот, и они сейчас уже передают эстафету дальше. А она хочет, капитан команды. Она должна увеличить, мне кажется, этот отрыв, мне который кажется, заработал вице-капитан. Ей сейчас помогут. Вот-вот Полина Меркулова передаст эстафету своему старшему брату Мише. Капитану команды Выборгского района непросто. Он в роли догоняющего. Пока лидирует Алена Платонова. Однако у капитана Адмиралтейцев есть проблемы со штурмом скалодрома. Ну, никак не удается очаровательной петербурженке сделать первый шаг к вершине, на которую прекрасно взобрался Миша Меркулов и не менее прекрасно спустился. Футбол, пляжный волейбол, городки. Вот спортивные увлечения пловца в зеленой шапочке. Почему-то про бассейн ни слова. Поскромничали Меркуловы. Как принято считать, ее величество скромность украшает настоящих чемпионов. Не рано ли я заговорил о победе? Нет, по крайней мере, в первом заплыве все понемногу становится ясно. Не без помощи папы оказалась на батуте Алена Платонова. Ох, не по себе, скажу я вам, на 5-метровой высоте. Лишь бы голову не потерять, решила капитан и, обхватив ее руками, устремилась в воду. Нельзя сказать, что молниеносно, но все же довольно оперативно карабкается на скалодром Татьяна Меркулова. Постепенно увеличивает темп. Молодчина! Усаживается на горку и, как в детстве, смелее вниз. Тем временем болельщики Платоновых не унывают и верят в свою команду. Мы очень надеемся, что мама как раз-таки уже немножко ускорит темп и начнет догонять другую маму, потому что мама та вот много не умеет плавать. Да, вот так она старается, конечно, но скорость не высока. Верим в Инну. Конечно. Инна получает эстафету, но ей будет непросто. Она мама отважная. Она очень отважная, она большая, молодец. Отважная, спортивная, оседлала, можно сказать, легла на нашу доску. А ведь, не знаете, до старта говорила, что не получится у нее. Ну, у нее получилось. Она немножко большой потенциал. Больше потенциала только желание мамы, несмотря на все трудности, пройти испытания. Ради того, чтобы победить себя, чтобы не подвести своих, чтобы доказать тем, кто предпочитает лежать не на сапе, а на диване, в спорте и физкультуре. Главное – желание. Болельщики аплодируют, придают сил Инне Платоновой. Практически закончилась энергия и у Татьяны Меркуловой, но она все же передала эстафету мужу, который усердно гребет. В эти секунды папа соперников Сергей поддержал и морально, и физически любимую жену. Браво, Инна! А вот то, что прямо сейчас видит Михаил Меркулов. Экшн-камеру мы закрепили на голове спортсмена. Блестящий подъем и спуск. По катушкам с горки морально готовится мама Платоновых. Надо решаться. Есть! Понятно, что конкурентов уже не догнать. Команда Выборгского района только что финишировала. На спине завершает свой этап мама Инна. И, судя по взгляду, вспоминает тот прекрасный момент, когда согласилась принять участие в самых известных семейных спортивных соревнованиях. О первых впечатлениях спортсменки узнаем прямо сейчас. Но взгляд говорит сам за себя. Инна, вы совершили настоящий подвиг. Вы не испугались. Вы в итоге покорили нашу вершину. Что болит? Какие ощущения? Без комментариев. Выручай маму. Руки очень сильно болят, когда пытаешься залезть, не получается. Но у тебя все получилось. Ну, кроме, я подскользнулась на горке, она очень скользкая, но на самом верху было немного страшно. А папа за себя, и за того парня, и за свою дочь, и за свою маму. Он у вас плаванием увлекается? Нет? Нет. Он прекрасно плывет. Давайте уступим ему право и дорожку, чтобы он финишировал. Сергей Платонов, папа команды Адмиралтейского района. Человек, который мечтает о золотом знаке ГТО. Вот-вот остановит время. Ожидали ли вы, что вам трижды придется фактически выполнить задание?